Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня я вам покажу всю коллекцию липеров из магазина Лента. Это у нас 24-й год, поехали! И первый инопланетянин — это Липпи. Обладает липер-ловкостью и эмоциональной гибкостью. Инопланетен даже для своих. Космоух! Космический брат кота Уха, умен и хитер снаружи, но внутри добр и пушист. Солента за мир и дружбу на каждой планете, любит танцевать и кружиться, искренне верит, что любая сторона может быть солнечной. Паник паникует на ровном месте, ждет подвоха со всех сторон, поэтому со всех сторон хорошенько прощупывает обстановку. Землик гурман-путешественник, главная цель приключений которого попробовать все самое вкусное во всей вселенной. Марсик – самый активный спортивный из липеров, любит одерживать победы и иногда влипает в споры. Милки – милый и трогательный, трогает все новое, а все новое трогает его. А еще он очень влюбчивый. Спайси – острые шуточки его конек, никогда не упустит возможность подколоть своих друзей-липеров. Быстро вспыхивает, но также быстро отходит. Клубба. Ни одна сладкая тусовка не пройдет без нее. Возможно, поэтому она и сама такая сладкая и очаровательная. Фанки. Всегда готов поднять всем настроение и повеселиться сам. Любит залипать на чем-то интересном и захватывающем. Морки. Маленький поклонник ЗОЖ. Любит зависать на спортивных сумках и следить за питанием. Особую слабость питает к моркови. Астромен. Изобретателен и остроумен, любит открывать для себя что-то новое, не открывая при этом лицо. Пинки. Настоящая лучшая подружка, часами залипает за разговорами, всегда выслушивает и поднимает настроение, вот только абсолютно не умеет хранить секреты. По секрету всей вселенной. Драго. За его маленькими крыльями великое множество путешествий, всегда на высоте. Позеленел не от злости, а от огромного доброго сердца. Ракета быстро перемещает одного липера. Йогги. Нежный, очаровательный и легкий на подъем. Особую слабость питает к йоге и к йогуртам. Возможно, поэтому всегда находится в балансе и гармонии. Шуга. Коллекционирует сладкие моменты и наслаждается жизнью так, что часто жмурится от удовольствия. Лим любит все яркое и цитрусовое, заряжает не хуже витаминами, а еще его энергии хватит до солнца и обратно. Фил – сокращенное имя от Филиппер, свой ангельский характер скрывает за озорными играми и легким шкодничеством. Свити – ответственный за сладости. Искренне считает, что вкусная конфета может решить любой вопрос. Редди. Всегда готов прийти к друзьям на помощь. Следит за порядком во всем и за тем, чтобы никто из липеров не влип в неприятности. Фреш. Главный по свежим решениям и свежим продуктам. Куки. Любит готовить и коллекционирует рецепты всей вселенной. Тарелка. Вывозит всю команду. Ну вот и вся коллекция. Состоит она из 24 липеров. Классные, прикольные. Могут прилипать к любым поверхностям. А также с ними можно играть в игру Roblox на специальном сервере от ленты Липеры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на другие мои социальные сети. Телеграм, ВКонтакте, Дзен, Рутюб, Одноклассники. Закупыч есть везде. Надеюсь, что вам понравился этот видос. Пока.